Так, это у нас Харьков, 10 мая 2015, 2018 год, 10 мая 2018 год, Харьков, 4:10 утра по Киеву. Юпитер у нас на ближайшем расстоянии за год от Земли и находится в противостоянии к Солнцу, на одной линии Солнце, Земля, Юпитер. Правый спутник Галилеев — это у нас Ганимед, за ним левее идет Европа, почти касаясь Юпитера идет Ио, и уже с противоположной стороны на приличном отдалении в левом верхнем углу экрана мелькает Каллиста. 658 миллионов километров сейчас расстояние от Земли до Юпитера. Это 50-я параллель северной широты у нас. Так, попробуем еще. Ветерочек разогнал тучи, но, конечно, съемки мешают. Камера хоть и на штативе, но при 200-кратном увеличении и 50-кратном оптическом увеличении, 200-кратном цифровом, конечно, даже едущая в 100 метрах от меня по трассе машина оказывает влияние на дрожание объектов на экране. Еще раз. Харьков, 10 мая 2018 год, 4:12 по Киеву. Еще вон у нас красотища. Аккурат около рассвета. Колючая проволока — это Салтовское депо трамвайное, а не то, что вы подумали. Трамваи часто сбегают. Ну вот красота. Еще раз говорю, камера на треноге, движение Луны по экрану — это как раз естественное вращение Земли, движение Луны. Даже ветерочек утих. Ну, по-моему, прелестно. Конечно, полнолуние выглядит ярче, но когда вот такое освещение частичной луны, гораздо рельефнее выглядят кратеры на границе темной части луны и освещенной. О, вот и ветерок, давно не было. И закрыть от него не могу камеру, как раз он идет
со стороны объектива. Третий раз скажу. Харьков, 10 мая 2018 год, 4:15 по Киеву. Да, вот уж действительно серп луны. О, как. Да, был бы это первый кадр, и не сказал бы сразу, что это луна. Так, ну все. Ветер нам точно не даст дальше снимать. Красавец. Чеширский кот. Улыбка чеширского кота нашлась.